Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет и, вероятно, не будет никогда. Опасность – это реальный факт. Но страх – это твой выбор. Все мы рассказываем себе сказки. Я перестал это делать.